Участковый из 4-го отдела полиции Саранска Павел Надькин помог мужчине вернуть украденную сумку. Инцидент произошел субботним утром в фойе одного из банков города. Потерпевший Андрей Витов, работающий дворником, оставил личные вещи у банкоматов, прибрал территорию и отправился с мусором на контейнерную площадку. Там он еще покормил голубей, чем дал шанс воришке. И вот в этот момент этот самый похититель воспользовался этой паузой и зашел в помещение, где находятся банкоматы, и похитил мою сумку. У меня даже это на телефоне зарегистрировано. Потерпевший рассказывает, что обычно ценных вещей в своей сумке он не носил, но в тот день положил в нее паспорт. Под случай, говорят, не подпишешься. Получилось так, что он эту сумку унес вместе с паспортом. И там как раз главный ценность для меня был паспорт. Не растерявшись, мужчина позвонил 112 и уже через несколько минут рассказывал подробности участковому. Вычислить злоумышленника помогли записи с камер видеонаблюдения. В ходе поисковых мероприятий, проведенных на территории Притарского района, обхода ближайших домов, перекрывающих территории, был установлен данный гражданин, в которого в ходе досмотра в квартире были изъяты личные вещи Витова Андрея Николаевича, именно сумка и паспорт на его имя, гражданин Российской Федерации. Под вечер, когда участковый завершил все процессуальные действия, он позвонил с приятной новостью потерпевшему. Пропажа ваша найдена, вот, и похититель найден. Но пришлось, конечно, немножко побегать, потеть. День был жаркий. Вот я был, конечно, несказанно обрадован, доволен вот действиями полиции. Я даже не ожидал этого. И, короче, мне было очень такой позитив получился, что мы, как говорится, старики-пенсионеры защищены. Вот нужны кому-то еще в этой стране. На днях все похищенное участковый вернул потерпевшему и попросил его больше не оставлять сумку без присмотра. Андрей Витов такую хорошую работу полиции без внимания не оставил и уже написал письмо на имя руководства МВД со словами благодарности и просьбой поощрить участкового. Александр Аносов, программа «Происшествия».